Бесперебойную подачу воды в наши квартиры обеспечивает так называемый водозаборный узел. На одном из самых крупных в нашем городе ВЗУ побывал Дмитрий Голубков. Осмотрел работу систем. Несмотря на то, что объект построен в 1975 году, все функционирует исправно. И, конечно, все системы, которые здесь задействованы, которые работают, должны отвечать всем требованиям безопасности не только оказываемых услуг, но и вообще как производственный комплекс должен работать стабильно, безаварийно. Все узлы, которые подвержены каким-то повреждениям, износу, ремонтом, должны иметь возможность быстрой замены или быстрого дублирования. Причем любые ремонтные работы на объекте не должны сказываться на жизнедеятельности местных жителей, уверен депутат. Так, благодаря министерской программе по улучшению водоснабжения округа, на 6 ВЗУ установили дизельные генераторы. Мы получили дизель-генераторную установку, которая нам позволит обеспечивать работу станции при отсутствии напряжения в сети. У нас имеется два ввода. Это первая, вторая категория электроснабжения. Но на случай чрезвычайной ситуации мы сможем подавать воду людям. В обычном режиме воду подают под давлением, которое задают на станции с помощью частотного преобразователя. По словам специалиста, это позволяет обеспечить стабильность подачи воды и минимум аварий. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».